Добрый день, меня зовут Симков Михаил, и это занятие специально для студии Фотобум. Сегодня я расскажу про баланс белого. Бывает такое, что на фотографии при съемке картинка выглядит не так, как вы видите ее глазами. То есть цвета отличаются, они более желтые или более синие. Обычно в фотостудии это связано с тем, что стены имеют определенный окрас, и отражаясь от них, свет дает оттенок. Есть очень простой способ, как это можно исправить. Первый вариант – можно просто поменять на камере настройку баланса белого. То есть можно выбрать, нажать кнопочку «Баланс белого» и выбрать одну из предустановок. Сделать на ней фотографию и посмотреть то, что получается. Сразу хочу сказать, правильный баланс белого нужно определять по белым или серым объектам, находящимся в кадре. Если на белом цвете присутствует какой-либо оттенок, синий или желтый, баланс белого неправильный. Второй способ выставить баланс белого – это баланс белого по белому листку. Нужно расположить его в кадре под тем освещением, которое у нас используется при съемке. То есть мы располагаем его таким образом, чтобы свет от вспышки попадал на него и не было никаких теней и неровностей. И он был все равномерно. Далее мы берем камеру и делаем фотографию таким образом, чтобы лист с одной стороны не был пересвеченным, он должен быть слегка светло-серым. С другой стороны, он может быть не обязательно в фокусе. То есть мы делаем эту фотографию. Итак, сделав такой снимок, следующее, что нужно сделать, это войти в меню. Меню камера, то есть для разных моделей он может отличаться, но принцип один и тот же. Заходим в меню камеры, выбираем ручной баланс белого, выбираем изображение, по которому будем его выставлять, и нажимаем на Set. После этого мы переключаем режим в ручной баланс белого и делаем фотографию еще раз. Вот, если фотография сделана правильно, то баланс белого будет тоже правильным. Также, снимая в формате RAW, обрабатывая на компьютере фотографию, вы можете также исправить его. Но лучше настроить сразу. Если по какой-то причине баланс белого сразу правильно настроить не удалось, то нужно будет повторить эту операцию еще раз. Так, это все, что я хотел сказать о настройке баланса белого в студии. Всего хорошего и удачных фотографий вам!